Поехали в Троянский монастырь. Вот так у нас на стояночке. Вот здесь. И выход. Монастырь Троянский Святой Обители, Успения Богородицы. Сейчас мы взлетим и увидим не только монастырь, но и его окрестности. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always. Your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow. My mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price. I do. I don't know how. Монастырь расположен на склоне Старопланинских гор в 10 километрах от города Троян, на живописном берегу реки Черни-Осым близ села Орешек. А вот здесь, видишь, есть кельи монахов вот здесь, я думаю. Мне кажется, с нашего последнего посещения он как-то улучшился. Украсился, да. Улучшился. Мне тоже кажется, он какой-то стал более живой. Подреставрировали. А посмотри, какие розы написаны. Визит. Посетите. Но это для иностранных гостей. Музей арт, информационный. Да, у нас красиво. Красивая мозаика. Благословен е идвощат в имета Господне. В имета Господне. Благословен входящий в имя Господне. Это музей наверху. Соборный храм Успения Богородицы, сохранив чудотворную икону на святах Богородица Троеручница. Вот церковный магазин. И он не работает. А здесь такие красивые иконы. А вот такая карета, смотри.
Пятиэтажная башня, колокольня, построена мастером Иваном из Млечева в 1866 году. Мы уже были в 2012 году здесь, но все изменилось. Здесь явно поработали реставраторы. Вот тут есть святая вода. Супер. В животворящем источнике нет воды. Вот еще животворящий источник. Воды нет. А такая тут птичка. Очень красиво сделали Троянский монастырь. Честно говоря, даже не ожидали, что так получится. Итак, монастырь основан в начале 17 века игуменом Калистратом. Это третий по величине православный мужской монастырь Болгарской православной церкви. Вот вода. Да, вот видишь, как только мы приблизились к Богу, сразу у нас и солнце появилось. Монастырь реставрации. Здесь уже сделано, а здесь еще нет. Мы идем в музей. Но музей, похоже... А, вот здесь музей. К музею. А, вот музей. Так. К музею мы сейчас здесь сходим. Вот. За музей. Не знаю. Это музей, наверное, был. Ой, какая красивая решетка. Смотри, умеют же сделать, когда хотят. Ой, какая сосна или ель. Это просто век. Вековая. Телелевский. Но туда сходить нельзя. Нет, уже не помню. Вот сколько у нас тут подношений от болгарских граждан. Вон даже, видишь, есть слоник какой-то на цепочке. Люди снимают себя. Светит алтарь на храм Рождество Богородично. 1600 год разрушен, 1835. Не забывают. Молодцы, почитают свой алфавит. Даже когда везде дождь, здесь светит солнце. А вот эта колокольня. Мы на кладбище.
тут захоронены достойные монахи. Кончился хранят кости, на братья послужили святообитель и на борцы, которые отдали живота, то есть жизнь за си свободы и милое отечество. Жилые корпуса монастыря выстроены в стиле болгарского возрождения. Болгарский патриарх Максим был послушником в этом монастыре и после кончины был здесь погребен. И, как всегда, сувениры на память. Бежим. Сейчас мы туда поедем, вот будет самое то. Ай, смотри, сейчас красиво будет. О, подсвечены горки. Супер. Как красивенько у нас. Красивенько у нас сегодня к вечеру. Бытя в ремонте. Ну ничего, поснимаем зато.